Ребят, всем привет, всем салем. Новый выпуск сегодня начинается с замечательного обеда. Посмотрите, красота. Андрей. Это обед? Горы. Перекусь. И этот замечательный десерт. Сейчас мы его отведаем. Это вафли. Здесь творожный сыр с семгой. А здесь нутелла с бананом. И фруктовый чай. Да-да, что может быть лучше? Сейчас я ножки вот так свои кривые сюда поставлю. И вот на таком вот прекрасном горизонте, да, в такой прекрасной картине, мы будем сидеть, пить чай и есть эти безумно вкусные вафли. Я надеюсь, что они безумно вкусные. Давайте, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Потрясающий кусочек. Сейчас я его схороню. Взять на камеру. Ахео. Уважение к зрителям. Бананчики такие вкусненькие. Смотрите. Передача-то не про уважение. Какая вкуснота. Это хрень. Сегодня, ребят, тот самый день, когда я поменял футболку. Андрей поменял футболку. Я сегодня одену чепчик, потому что мы едем на набережную. Скорее всего, либо на Эмеретинку, либо в Адлер. Посмотрим. И мы покажем вам море. Потому что до моря мы так и не добрались. Сегодня будет первый день, когда мы его увидим. И, возможно, даже искупаемся. Так что смотрите, что вас будет ждать в этом выпуске. Вот так, ребят, мы сюда доехали на 3 автобусах. 3 автобуса пришлось поменять, чтобы доехать до Эмеретинского курорта, потому что очень много пробок. Мы ехали сюда 2 часа. Это кошмар. Это просто кошмар. С пересадки на пересадку, с пересадки на пересадку. И вот сейчас на море в этом году, наконец-то, я купаться не знаю, буду или нет, но Андрей уже, как вы видели, сейчас нырнул. Да, ребят, мы искупались, мы сделали это. Андрей уже 2-й раз зашел, а я только 1 раз. Да, я купался. Вообще могу сказать, что вода холодная такая, ну прохладная. Не жарко, не теплая, но прохладная. Вот лично для меня. А там Андрей говорит, что нормальная, комфортная. Что это? Цветочек. Цветочек? Что, это мак, по-моему. Да? Мак? Да. Ну, что-то типа того. Какая-то бактерия. Не, забыли. Вот он, ребят, тот самый красный гриб, о котором все думали. Красная шапочка. Вот она вернулась. Прошло 2 года. Я снова в строю. Андрей вот идет рядом. Сохнет. У него сохнет все. У меня, в принципе, тоже, но у меня осталось только чуть-чуть шорты, все. Так, вот, море, пожалуйста. Пожалуйста. Сколько, что хотите, пожалуйста, море. Тут вот шезлонги позади меня, видите? Они платные. Я не знаю, сколько стоит, даже спрашивать не хочу, потому что это грабеж. Лучше прийти со своим полотенчиком, как сделали мы. Просто постелить его вот тут, прямо здесь. И загорать.
дамы и господа, 2 года прошло, здесь открыли фонтаны, но подойти туда нельзя, в принципе, как всегда. У нас в России никуда подойти нельзя, по газону не ходить, травку не щипать. Ну, зачем тогда это делают, я не понимаю. Андрей, у тебя есть ответ на этот вопрос? Ну, ты должен только смотреть, нельзя трогать. То есть трогать нельзя, подходить тоже. Мы находимся на набережной Эмеретинки. Здесь очень много всяких ресторанов. Много есть где посидеть. Даже вон бассейн есть. Вон бассейн. Красота. Что еще? Мы идем искать гонконгские вафли, а потом пойдем в столовую, в которой мы были 2 года назад. Вот. А так очень красиво. Такой лайт, как сказать-то? Релакс. Релакс, да. Прям вообще супер. Не напряжно ходишь. Никто тут под ногами не бегает, как, допустим, в Адлере. В Адлере очень много людей. И очень... Там просто вообще там Шанхай, да, Андрей говорит. И это правда. Очень сложно там отдохнуть просто вот ментально. Очень сложно. Вот здесь мы 2 года назад покупали гонконгские вафли, пришли обратно сюда, заказали, сейчас вам покажу. Вот Андрей взял вот такую гонконгскую вафлю. Что здесь? Банан, маршмеллоу, да. Клубника. Еще что-то. Мороженка. Мороженка. А вот, ребят, моя гонконгская вафля. Называется она Венеция. Тут у нас голубика, киви, клубника, ананас. Да. Че, Андрей уже уплетает. Так что я сейчас тоже начну. Приятного аппетита. Ну что сказать, ребят, очень вкусно, очень насыщенно, очень классно. Мы рады, что мы вернулись сюда спустя 2 года. Снова отведали эти гонконгские вафли. И сейчас идем ужинать в кафе Вермишель. Блин, вот каждому раздать. Блин, ты сглатываешь, не так нечестно. А это наш сегодняшний ужин, ребят. Это куриная люля, картошка, соус я взял, капустный салат, гороховый суп и компот. А у Андрея еще тоже компот из ягод. А потом это что? Солянка. Солянка. Шашлык свиной с картошкой и такой же салат, как у меня. Приятного нам аппетита!